Сегодня в меню – настойка из сухих яблок. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Водка – 500 мл. Яблочный сок – 0,75 стакана, натуральный. Сушеные яблоки – 1,5 стакана, стакан объемом 200 мл. Для приготовления настойки выбирайте сушеные яблоки предыдущего урожая. Старые сухофрукты не подойдут для напитка, так как может появиться в готовом напитке горечь. Если для вас настойка сильно крепкая, то перед подачей в бутылку можно добавить столовую ложку свежевыжатого лимонного сока. Выбирайте по вкусу. Подготовьте все необходимые ингредиенты. В стеклянную тару переложите сушеные яблоки, залейте яблочным соком. Перемешайте. Оставьте на 3 часа при комнатной температуре. По истечении времени влейте в банку водку. Размешайте. Закройте крышкой тару. Уберите будущую настойку в темное место на 15-20 дней. В течение 7 дней встряхивайте банку. По истечении времени профильтруйте напиток через марлю, сложенную в 6 слоев. Хорошо отожмите яблоки, так как они впитали много жидкости. Настойку перелейте в бутылку и охладите. Из сухих яблок можно сделать не только компот и начинку для пирожков, а также отличную домашнюю настойку. Такой алкоголь обладает выраженным ароматом и мягким вкусом, который можно регулировать. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом рецепте друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!